гостям канала «Все получается вкусно». И с вами Галина. Сегодня, друзья, будет обзор теста, которое продается в Магните. Готовое тесто для ленивых или для тех, кому некогда этим заниматься тестом, а хочется чебуреков. Вот такое тоненькое тесто. Я уже его брала, сейчас просто вам хочу показать, что можно с него готовить. С него получаются хрустящие вкусные чебуреки. То есть можно готовить, когда не хочется самим делать тесто, то можно купить готовое тесто. И также есть тесто кружочками для вареников, пельменей. Производитель пишет: Москва, город Щербинка. Состав такой: мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, мука твердых сортов пшеницы, крахмал кукурузный, на что обратите внимание, соль, масло подсолнечное. Вот производитель пишет, что тесто тут 500 грамм. Друзья мои, в нашем Магните это тесто стоит 78 рублей. Значит, здесь находится фарш свиной, одна луковица, перец черный и 100 грамм воды. Вот так я размазываю. Теперь вот это тесто нужно обязательно, вот у меня стаканчик с водой, окунаю сюда палец и помазываю вот так, для того, чтобы это все залепилось. И вот так просто мы без всяких усилий придавливаем. Теперь вот так прижимаем. Вот такое, друзья, тесто придумали для нас, кому некогда возиться с тестом. Зашел в Магнит, купил тесто, купил фарш и приготовил себе чебуреки. Получилось с него 14 чебуреков. Жарим чебуреки, как обычно, в большом количестве растительного масла. Вот такие получаются пупырчатые. Посмотрите, какие у них пупырышки, которые все так любят. Ну вот такие замечательные чебуреки получились. Они хрустящие, вкусные. Тесто для чебуреков покупайте в Магните. Если у вас, конечно, есть эти магазины, но я думаю, что они есть везде. Всего вам доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.